ערב טוב, אנחנו נדבר בטרקטט קידושין דף נ"ב, ליספין ספטר רצון שדברי תורה לנשמת כל אופן רחם, אבי דרושים, מוזגיני הגדול, יונו בן דינו, וגם פרידה בת שרה. פרידה בת שרה, לסחת ומצמוכת המסור, שלום ועוד זמנם. טוב, נפרידושי נסתיים, משנה סקדל עתה. מעשים בחמישה נשים ובהן שתי אחיות. סלושי כדה, שתו גולה פי הג'נשין, ישרידיניך דווי סיסטרי. וליקד אדם אחד, כלכלה של התאינים ושלהן הייתה ושל שביעית הייתה. И пришел человек на их поле и собрал их финики. Корзину с финиками собрал. Их же корзину это был седьмой год, Шмита. И он говорит, вот эти корзины фиников вы мне освящаете. Вы все становитесь моими женами одновременно. И одна из этих пяти девушек приняла эту корзину за их всех. Мудрецы сказали, что сестры не стали освященными. То есть человек не имеет права жениться на двух сестрах. Здесь, даже если три другие, мы скажем, они стали его женой, эти две, ни та, ни другая его женой абсолютно не стали. Рав говорит, Шмамина миматнитин арва. Из этой мишны мы можем выучить четыре закона. Венакид рав биде талат. Но он сказал нам три. Первый закон. Шмамина амкадеш бапирот швиит мекудешет. Что человек, который освещает фруктами седьмого года, эта женщина, она освященная. Почему? Потому что объясняет Раши, киван дезахабен мамуно ху. Фрукты седьмого года, они ничейные, они хефкер. Тот, кто их собрал, они становятся его.